Здорово, друзья, у микрофона, как обычно, я, Капитон. Сегодня в ролик я позвал своего подписчика на дуэль. И не на простую дуэль, а на очень-очень интересную. За каждый его килл в дуэли я буду платить ему 100 голды. К примеру, мы пошли играть один на один на авиках в командном бою. И сделал он, ну, грубо говоря, 15 киллов. За это он получит 1500 голды на свой баланс, который он сможет потратить как хочет. К примеру, купить себе 15 кейсов, либо купить себе нож. Тут уже он сам решает, как он будет их тратить. Ролик получился очень интересным и, конечно же, затратным в плане золота. Поэтому сажайся поудобнее и приятнейшего тебе просмотра, мой друг. А если ты кушаешь, то приятного тебе аппетита. Ну а мы приступаем к ролику. Постойте, друзья. Перед началом ролика я хочу показать вам трех победителей в конкурсе на 3000 золота. Каждый из них забирает по 1000 золота на свой игровой аккаунт. Вот первый победитель. Вот второй победитель, а вот и третий победитель. Напоминаю, что с ними свяжусь сам лично я. У меня нет никаких менеджеров, вам напишу только лично я. Поэтому не попадайтесь на уловки мошенников, но мы приступаем к видосу. А в этом видосе тоже конкурс будет и также разыгрываем 3000 золота. Условия просто гениально простые. Подписываешься на канал, ставишь лайк на видеоролик, а в комментариях оставляешь свое игровое ID, чтобы в случае твоего выигрыша я мог написать тебе и отдать тебе твой законный приз. Ну, а если ты хочешь увеличить себе шанс на победу, то ты в комментариях можешь спамить своим комментарием, оставляя просто неограниченное количество. Кстати, лайфхак. Сворачиваешь видеоролик и идешь оставлять комментарии. Пока идет видос, ты можешь оставить просто огромное количество комментариев, и тем самым ты досмотришь видос до конца, так и комменты еще оставишь. Ну, удачи тебе в конкурсе. Кстати, итоги будут через 3 видоса. Ну, опять. Ну, а мы приступаем к ролику. Всем приятного просмотра. И еще раз говорю тем, кто кушает, вам приятного аппетита. А, все, привет. Давай поздоровайся. Как тебя зовут? Привет, меня зовут Вадим. Мне 12 лет. Напоминаю, что каждый килл это 100 голды. Играем мы дуэль на авиках. Понимаю, меня просто жмут. Я думал, сейчас нагну просто в ноль. Да, давай перезапишем. Ладно, я шучу, шучу. Все, понеслась, понеслась. Что ты там прыгаешь, а? Власть. Ты как-то слишком агрессивно начал, мне кажется, нет? Да, да. Все, 400 голды уже в кармане. Понимаю, я по тебе хит дал, просто стендов эта игра такая. Да, блин. Вот это было красиво, вот это красиво было, отвечаю. Ой, чё я творю? Ну, выходи, я тебя жду. Понятно. Дождался? На! Это красиво было, не? Ой, ну я хит дал. Это опять же стандофф. Косарик есть. Блин. Ой, вот это красиво было. А я тебя убил. Ой, вот это ты как меня так зарядил в прыжке? Ой, я думал, ты меня сейчас заберешь. Не, хит был. Да блин. Касай 300 голды, напоминаю, у тебя уже в кармане. На. Ой, красиво. Ой, красиво. Кстати, вообще давай расскажи, что у тебя по инвентарю. Честно, очень бедный человек. Один скин, это фальсеон зона. Жук. На. Ну ладно, 15 киллов, это уже 1500 голды. Спасибо, потому что подождал. Не, братан, я просто по тебе не попал. Понимаю. Уф. Вот это так красивый килл был, прям лютый. Очень, очень. Хорош. На. Понимаю, 16 киллов, уже 1600 голды. На. Ладно, это я затупил, спиной вышел. Да блин. Ну, выходи. Да блин. Вышел. Я не ожидал то, что ты с приседом выйдешь. А чё у тебя уже 20 киллов? Не понял. Вот это люто было. Потом посмотришь. Посмотришь потом на записи ролика, как я тебя убил. Вот это люто было. Да, ну ладно. Ладно, окей. Неплохо играешь. Хорош. 22 на 18. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, по ногам попал.
Блин, надо 20 киллов добивать, чтобы 2000 было. Хит был. Я по ногам попал. Да ну тебя, слушай. Блин, вот так бы сразу играл, а? А то я тебе уже 18 киллов слил. Ладно, сейчас 19. Да блин, я не получится. 15 секунд. 15 секунд. На, успел. Еще один, еще один. Ладно, я не буду сидеть, я вылезать буду. Так что шансы есть у тебя. Ой-ой-ой. А, не попал. О, блин. Ну, на самом деле, красава. Ладно, 19 киллов. 19 киллов это хороший результат, на самом деле. НТ. Я попотел. Ну что, Вадимка, давай сейчас заходим в игру и будем передавать голду. Мы закончили дуэль с подписчиком. Сделал он 19 киллов, что уже неплохо. Это означает, что он получает 1900 золота на свой баланс. Далее я захожу к нему на аккаунт и, соответственно, передаю ему это золото. И мы будем делать закупочку инвентаря так, как он хочет. Короче, погнали к нему на аккаунт. Итак, братанчик, мы на твоем аккаунте. У нас, как ты видишь, на балансе всего 60 копеек. Но, ребятки, у меня есть один лайфхак, с которым я себе дюпаю голду. Я беру, получается, свои вот эти вот пальчики, да, вот такой вот делаю, вот такое вот движение. И прилетает сразу голда. Если хотите, могу научить так же делать, но это не сейчас. Вот. Ну а сейчас есть 1900 голды. Давай, Вадим, поздоровайся. Всем привет еще раз, ребята. Он, получается, сделал 19 киллов, а значит, он будет тратить сегодня 1900 голды. Давай, выбирай, что ты сразу хочешь. Давай с начнем с калаша. Давай. Это будет, наверное, АКР Драгон. Здесь с четырьмя. О, давай сразу с четырьмя. Покупай. Фу, балдежный такой. Давай купим еще М-ку тоже. М-ку? Ну, М-ка это вообще обязательно, потому что с М-кой да. Все играют. Давай, какую бы взять, Лизард или М4? Есть вот такая самурай. Балдежная, самурай. Какая классненькая. Давай самурай. Без наклейки. Да я отклеишь, если что. Копеечку сэкономил, понимаешь? Копейку. Понимаю. Так, на балансе у нас еще 1000 голды осталось. Давай купим еще Фамас Фьюри. А че бы нет, 3 аркана. Окей, ну ты типа без ножа любишь играть, да? А зачем мне нож? Лучше купить несколько аркан. Во, правильно. Вот. Давай, типа, может, полистаем? Может, тут есть? Давай, полистаем, посмотрим. Это Хэллоуин. Вот давай такую вот зону 9. А мне кажется, она лучше будет смотреться. А мне кажется, с прошками покруче. Ну давай про. Давай прошка. Давай, за 375 голды. А вот, у тебя осталось еще 700 голды, ты можешь, по сути, их оставить, либо как-то сам потратить еще. Либо что еще. Давай авик возьмем еще спорт. А, да, правик забыли, ты же с авика там мне раздавал. Genesis, ну... снизу. Спортик. Давай. Опа. Давай, покупай. Может, еще посмотрим? Ну давай, если можешь V2 оставить. Тоже балдеж, ничего такая. Вот, давай вот с V2, да. Не, вдруг, к примеру, с наклейками Хэллоуин какими-то там. Ух. Вот этот балдежник тоже, чувак. Ладно, давай купим ту, которую ты хотел изначально. Давай, так и дешевле будет. Вот это вот, да? Не, ты хотел, там ты V2, хотел... V2, О, вот стой. Это? Не ту. Вот ниже, это, да? Ниже. Вот, да. Прикольно, вот это переливается, а эти просто да. Обычные. Окей, покупаем. 160 голды есть? Ну, давай. А давай на них кисы откроем. Кисы. А может купим тебе все-таки пистолетики какие-нибудь там? Ну давай. На что у нас хватает там? Ну как бы юспик можно взять. Прикольный, к примеру, вот такой вот. Туерс. Давай, балдежный. А давай просто без наклеечек, типа. Прикольно будет. Давай. Вот, и все. Что еще есть? G27 Мо монстр, да? Да, вот. Давай. О, может такой возьмем? Давай. Сочетаются, как по мне, прям круто. Балдежно. Вот, получается, вот такой инвентарь ты собрал, осталось 2 голды, да? Ну, так-то на самом деле неплохо. Считай все оружия, с которыми, ну, довольно часто играют. Калаш классный, Ави крутой, Фомасик, Самурай. Вот как-то так. Чё, давай... Давно мечтал о таком инвентаре, у меня был один скин только, один. Ну, в любом случае... Теперь у тебя инвентарь намного дороже, так что ты красава, что сделал 19 киллов, но на этом ролик пора заканчивать. Скажи что-то напоследок, может кому-то хочешь передать привет. Хочу передать своему классу привет, и теперь Ниас у меня инвентарь круче, чем у тебя.
Ой, не ясный, просто лошок, походу, да? Ладно, все, на этом ролик подходит к концу. Всем спасибо, тебе тоже спасибо, что принял участие, ну все. Тебе спасибо. Все, я выключаю запись. Друзья, ну а на этом ролик подходит к концу. Если хотите увидеть вторую часть, то давайте проявляйте максимальный актив под этим видеороликом, и вторая часть уже не за горами. Ну а на этом у меня все, микрофон был, как обычно, я Капитон. Сегодня я сыграл дуэль с подписчиком, где за каждый килл он получал 100 голды. Итог, он сделал 19 киллов и получил 1900 золота, за которое он вполне может купить себе любой нож, который захочет, из имеющихся на этот баланс. Ну а на этом у меня все, я Капитон, и сегодня ролик получился довольно интересным. Также не забывай принять участие в конкурсе, потому что конкурс так-то довольно пушечный, и итоги уже совсем скоро. Участвуйте, всем желаю удачи. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Также зацени один из видосов, которые сейчас появились у тебя на экране. Это два старых видоса, они очень классные, над ними я тоже очень сильно старался. Просто загляни, посмотри, тоже поставь лайк там, прокомментируй. Все, всем пока.